комплект софта входит непосредственно софт для массовой рассылки по группам Telegram, видеоинструкция по его настройке и запуску, дублирующая инструкция в виде PDF-файла для тех, кто предпочитает деградировать с помощью скринов и текстового описания, а также база чатов для спама в количестве около 190 штук. Приветствуем всех, кому ненароком или сквозняком прилетело данное видео. В любом случае, вам просто повезло. После продолжительного совместного тестирования программы спамера по группам Telegram, глубокого анализа и пару-тройку раз наступания на грабли, мы, Александр Козявин и Валерий Щур, подготовили видеоинструкцию по настройке софта и с полной ответственностью предоставляем саму программу массового спама по группам Telegram и правильное пошаговое действие по ее запуску. Если вам интересна и важна тема трафика из Telegram, тогда слушайте и смотрите это видео от начала и до конца, чтобы ничего не пропустить. Это даже не программа, а просто пушка с оптическим прицелом. Она создает такой охват любой публикации, что вам никогда не приснится даже в творческом сне. Софт неоднократно лично проверенный, 100% рабочий, и нам плевать, если вы скажете, что данная программа легко отправит любой аккаунт в бан. Это неправда. Бан ловит тот, кто совершенно неопытный или еще не пользуется нашей отдельной системой по мощному трафику из Telegram. Система мощной трафики из Telegram даже из чайников ваяет специалистов, учит, как создавать правильные аккаунты Telegram, как безопасно спамить по группам и пошагово учит, как создавать бесплатные Telegram-боты, которые на данный момент являются лучшей воронкой для бизнеса. Чтобы узнать подробнее о системе, вам нужно перейти в моего Telegram-бота по ссылке в описании под этим видео под названием «Система мощного трафика из Telegram». А сейчас, если хотите поставить бизнес на автопилот и постоянно добиваться отличных результатов, включайте внимание и смотрите, как работает программа. Все так просто, что справится любой, кто получит от нас или от наших партнеров этот софт с пошаговыми видео и PDF-инструкциями. Итак, поехали. Открываю один из аккаунтов Telegram и начинаю демонстрацию. В этой телеге у меня уже добавлены более 200 чатов для спама. Этот софт не занимается массовым репостом с каналов Telegram. Софт отправляет заранее подготовленную публикацию из папки «Избранные» каждую группу в отдельности. Сейчас общее количество подписчиков в этих группах составляет примерно 600 тысяч. Количество групп, а следовательно потенциальных получателей рекламы, можно увеличивать на свое усмотрение. Далее перехожу в папку «Избранные», чтобы продемонстрировать свою публикацию, которую программа сейчас разнесет по всем чатам за считанные секунды. Вот такую информацию я подготовил на просто бомбический проект под названием «Автотаймер», который зарабатывает мне деньги каждую секунду и работает совершенно в автономном режиме. Можно выключить компьютер или телефон, а автотаймер не прекращает работу. Деньги вывожу по несколько раз в любое время суток, и они поступают мгновенно на мой кошелек. Выводить можно от одного заработанного рубля. Рекомендую всем подключиться к автотаймеру. Статью с более подробной информацией по этому шедевру дополнительного дохода найдете под этим роликом. Увеличивайте скорость заработка на любую некритическую для вашего бюджета сумму и получайте дополнительные и очень вкусные доходы. Участвуйте в партнерской программе автотаймера и повышайте доходы в разы. Ну а мы едем дальше. Запускаю авторассыльщик. Вот так он выглядит. Ничего лишнего и все банально просто. Сейчас рассыльщик разошлет мое объявление за считанные секунды по всем чатам. Также здесь настраивается таймер периодичности рассылок. В моем случае время между циклами настроено на 20 минут. Ну что, поехали? Программка начинает работу. Заходит в каждую группу по очереди. Оставляет там мое объявление, потом выходит из этой группы и повторяет все действия, пока не пройдет по всем группам до конца. Этот процесс очень быстрый и занимает несколько секунд.
Рассылка закончена успешно. Следующая рассылка автоматом начнется через 1209 секунд, то есть примерно 20 минут. Мои объявления доставлены по адресату. Давайте зайду в любой чат и посмотрим, как выглядит моя публикация в чате. В принципе, неплохо. К рассылщику можно подключать несколько аккаунтов Telegram, чтобы масштабироваться и забыть в конце концов о нищебродстве. Думаю, что это понятно. Ладно, скажу по-другому, чтобы пелена заблуждения не поставила никого в ступор. Слушайте и запоминайте. С помощью данного софта можно спамить по группам Telegram как с одного аккаунта, так и с нескольких одновременно. Количество аккаунтов, с которых будет вестись рассылка, определяет оперативная память вашего компьютера. Экспериментируйте, и ваш комп покажет, сколько аккаунтов будут стабильно работать. А если дома есть несколько компьютеров, так это вообще будет супер. Например, запустил с каждого компьютера по несколько рассылщиков с промежутком по времени старта, и можно заниматься своими делами. Пока вы будете жить свободной жизнью, программа сама нагонит вам армию рефералов. Сейчас я запущу второй рассылщик для другого аккаунта и продемонстрирую это на практике. Пока первый рассылщик ожидает нового цикла, я запускаю второй. Можно запускать и третий, и четвертый, и так далее. Вот, рассылка поехала. Прошло несколько секунд, и тема закрыта. Теперь не нужно сидеть за компом или телефоном, чтобы часами вручную двигать свою бизнес-тему. Всю рутину сделает софт как днем, так и ночью. В принципе, все, что я хотел рассказать и показать. Настало время подводить итоги. Если вас заинтересовал данный софт, тогда хочу напомнить и повторить, что в комплект программой не входит отдельная система мощного трафика из Telegram, где вы можете научиться создавать аккаунты Telegram, защищать их от бана, как безопасно спамить и научиться создавать бесплатных Telegram-ботов. Получить систему можно только из моего Telegram-бота или по ссылке под этим видео. Называется она «Мощный трафик из Telegram». В комплект данного софта входит только сама программа, база чатов и инструкции по запуску программы. Чтобы приобрести данный рассылщик, вам достаточно написать мне в личку Telegram два слова «Хочу софт» и я отправлю вам детали. Ссылку на свой профиль Telegram я также оставлю в описании под роликом. Цена будет невысокая, но договорная. Мне нужно понимать, насколько вы владеете умением работать в Telegram и нужна ли моя поддержка. Отсюда будет исходить цена вопроса. На этом все. Александр Козявин и Валерий Щур передают вам большой привет, желают добра и процветания. Пока-пока и до следующих волнующих встреч.